Сегодня рубрика «Повтори в CSGO». Шок, здорово. Ай-яй-яй-яй-яй. Попробуй повтори-ка. А, давайте делать. Что я делаю? Зачем я это выполняю? О, господи. Да вы что, издеваетесь? Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, или псевдоним Шок, а на самом деле у меня фамилия-то не Шоков. Зачем я вру в каждом ролике? Но в любом случае, сегодня рубрика «Повтори в CSGO». И в чем же она заключается? Она заключается в том, что я беру ваши челленджи, ваши вызовы, которые вы сделали в CSGO, и моя задача их повторить. Если я не смогу это сделать, вы получаете от меня нож. Правила очень простые, челленджи у нас достаточно. Сегодня будет классный контент, пожалуйста, поставьте лайк. Ну и подписаться можно на канал, если вы это не сделали. Как говорил легендарный человек, пусть кнопка станет серый. Красная кнопка не должна быть. Вроде было так. Ну что ж, приступаем. Так, что это у нас такое? Шок, привет, повтори это. Есть что? Тут урон есть. Ага. Короче, все, что в этом ролике, привет, он прыгает, привет, делает 360 и беззвучно падает на аутсайд. А, давайте делать. Так, первая попытка. Ага. Так, ну хорошо, у нас получается в целом звуки есть. А как? Так, получается, мы прыгаем вот сюда. И... короче, как-то так, только без звука. О, получилось. А как? Ладно, и осталось всего 360. Пошел. Да ее просто. Работаем. Работаем. 360. Вот просто мышка туда. Прыгаем. О! Ух, господи, получилось. Я не знаю, как это сделал, но это получилось. Какой бред, зачем это вообще чел нашел? Как это найти вообще? Что это за челлендж? Я его брал самым простым в выпуске. Оказалось, что самое сложное, наверное. Шок, повтори это. А, я понял, это тройной выстрел. Хорошо, нужно расставить ботов сейчас так же. Так, ну давайте начинать, пока что попробуем так. О, два получилось. Вот, давайте три. Ага. Так, хорошо. Блин, не так легко. А, блин, я попал в тело. Две. Две. О! Господи, все получилось. Все, ты не получишь нож. Мы идем дальше. Шок, здорово. Твоя задача пройти карту КЗ Даков с включенной инверсией мыши CSGO. А иначе жду от тебя ножик. Также без чекпоинтов. Так, у него получается просто включена инверсия, и он дошел до финиша без чекпоинтов. Инверсия. Включить. Ай, меня тошнит. И сейчас еще начнет больше. Господи, как же это ужасно. Не. Хорошо. Хорошо. Зачем вообще с инверсией мышки играть? Есть у кого-то ответы? Можете написать, пожалуйста, в комментариях. Я правда не знаю. Я спотел. Я спотел от того, что меня тошнит. Ой, ай-яй-яй. Хорошо. О, господи. Если что, я реально спотел. Я не знаю, как это работает. Я же даже не двигаюсь. Так, давай. Ух. Ура. Так, я очень близок. О, господи. Ух, ребят, спасибо. Давайте, спокойной ночи. Спокойной ночи. Пойдем миссию дальше проходить. О, молодец, красавчик. Ой, ребят, это просто трэш. Я сейчас сдохну, мне кажется. Что это?
Так, Шок, привет. Попробуй повторить это. Попробуй повторить это. Попрыгнуть на Windows, держа мышку вверх тормашками. Ага. Ебать. Шок, попробуй повторить это. Ладно, сейчас давайте с первого раза просто выполним этот челлендж. Боже, подождите, это не так просто. Почему все челленджи на тошноту? Вы-то смотрите, вам нормально, но когда ты в голове понимаешь, что это не должно происходить именно так, у тебя начинается просто трэш в голове. Ладно. Если... А, блин, я надеюсь, вы видите, вот мышка у меня перевернута. Да ты что, издеваешься? Что здесь? А, нет, не хочу на это смотреть. Да вы что, издеваетесь? Что я туплю тут? Я просто должен прыгнуть и сразу направо. У меня мозг мышку влево кидает. То есть в другую сторону, вправо. Все. Это выглядит как шутка, но я это выполнил, господи. И это было сложно. А спонсор этого ролика — сайт CSFail, где вы можете найти прямо сейчас Summer Pass. Там выдаются разные задания, которые ежедневные, еженедельные и общие. От самых простых до самых сложных вы получаете очки за каждое выполнение. Чем больше ваш уровень, тем больше вы сможете получить халявы. От бесплатных кейсов до красивейших стикеров в чате. Из последних обновлений появились автоставки в краше, а также ставки балансом. Раньше можно было только скинами. Но также напоминаю, что на сайте есть джекпот, краш и колесо. Мой самый любимый режим на самом деле — колесо. А еще у меня есть любимое — это количество промокодов, которые мне выдают ребята из CSFail. В закрепленном комментарии будет промокод на плюс 40% к депозиту. Привет, Шок, повторите это, убив одного человека при помощи вилки на дуэлях. Так, ну я готов, я взял вилку. И сейчас будем пробовать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сложно. Ага. Кто следующий? Кто? Работаем. Привет, Шок. И это мой челлендж для тебя. В данном челлендже нужно зайти на карту Dust 2 Winnipeg и закинуть 2 авика на вот этот вот балкончик. А потом, взяв хаешку, цель, чтобы один авик остался на балкончике, а другой перейдет тебе прямо в руки. Двигаться ты не можешь. Ну, вот, например, вот так вот. Если не сможешь, то, надеюсь, выиграю нож. Так, ну что ж, я готов. Кинул 2 авика. Сейчас будем кидать первую гранату. Нормально. А, стоп. Все, он прилетел. И остался второй. Что я делаю? Зачем я это выполняю? Идем дальше. Шок, привет, это ролик для записи рубрики «Тарик Айзгон». Тебе сегодня предстоит пройти карту «Серф Утопия» на Сайбершоке без клавиатуры, поменять на мышке на 2 дополнительные кнопки и пройти. Я откладываю. Итак, повтори это. Меняем клавиши еще раз. Клавишу вперед ставим на ОКМ и прыжок на колесико, естественно. Очень интересно. У него получилось минута... Все. 0.3, но не было челленджа. Сделайте быстрее, опять же. Я поставил все настройки. Маус 1 у нас вперед, маус 5 налево и маус 4 направо. Вот proof. Да, все есть. Ну что ж, давайте пробовать. Так, я уже не понимаю, что происходит. Что за трэш? Что? Я не понимаю. О. Я теперь понимаю. Господи, мне понадобилось 8 минут, чтобы понять, как двигаться. Что-то я совсем туплю. Ладно, ну пока вроде идет хорошо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Работаем. Слушайте, пока идет хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ай-яй-яй. Ну, хорошо держался. Самый сложный момент. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это было близко. Ой, господи. Дисконнект. Кайф. Кайфарик. Плюс один. Плюс один челлендж. Шок, привет. Попробуй повторить это. Пройти на карте CSGO Hub из воркшопа Prefire Inferno B с максимальным DPI на твоей мыши и максимальной чувствительностью в CSGO. Быстрее, чем это сделаю я. На моей мыши уже стоит 8000 DPI, максимально для моей мыши. Так, и он это сделал за сколько? Прошел я за 40 секунд. Шок, попробуй повторить это. Так, ну, у меня максимально это 25 тысяч, поэтому я должен сейчас сдернуть это до 8 тысяч. Отлично. Ужас какой. Ну и в CSGO мы повышаем его до 8. Так, ну в целом, смотрите, у меня прицел держится на месте. И по идее это не так уж и сложно. Давайте проверять. Так, погнали. Ага. Так, первый есть. Ха-ха, ужас-то какой. О, господи. Не думал, я не думал, что будет так. Работаем. О, рекорд. Как? Хороша. Как это сложно. Пожалуйста, пожалуйста. Как? Боже. 48 минут я это проходил. 48 минут своей жизни потратил на это. Ну, меня тошнит опять, я не знаю. Что я делаю? Шок, привет, попробуй пройти это. Тебе нужно будет пройти импут челлендж быстрее меня. В общем, здесь челлендж заключается в том, что нужно сделать этот челлендж 100 киллов за 45 секунд. Вот и все. Поэтому сейчас будем пробовать. Но, скорее всего, я проиграю его, потому что у меня просто нет сил. Я все подготовил, сейчас мы будем приступать. Так, погнали. Моя первая закончившаяся попытка — это 50 секунд. И нужно на 5 секунд быстрее. Это очень много на самом деле. Я нашел небольшую лазейку, но по правилам это можно делать, потому что таких правил не было. Я встал в какой-то позиции, и из-за того, что карта маленькая, как по условиям, они спавнятся в одном и том же месте. Поэтому буду просто так делать и сейчас выиграю этот челлендж. Сорок пять, девять, пять, три. Так, ладно, надо еще раз. Сорок пять, четыре, два, четыре. Я посмотрю, сколько у него было. Семь, девять, семь. Я это выполнил. Ребятки, напишите в комментариях, считаете ли вы это правильным выполнением. Я по факту да, потому что условия были те же. Но из-за того, что карта была маленькая, у меня была возможность убивать таким образом. Я ничего не нарушил абсолютно. Привет, Шок. Попробуй повторить. Он очень это быстро делает, если что. Скорее всего, это будет проигрыш. 344. Так, ну, в целом, я готов. Давайте пробовать. Ну, я чувствую уже, что я слаб. Очень слаб. Офигеть, я в два раза хуже. В два раза. Есть ли смысл пробовать-то? 193. Я не смогу сделать 344, это был мой максимум.
Не, ребятки, это конец. Я не хочу даже пробовать, я очень сильно устал и понимаю, что если бы было бы примерно 280-300, окей, но в два раза хуже идет. В общем, человечек, ты бешеный какой-то, но это дикость какая-то. Поздравляю, Скрч, ты выиграл нож, кидай свой профиль. Сайбершок. Сейчас он отправит ссылочку, ну а я ему подарю нож. Давайте первый нож, который тут есть. Нож Наваха после полевых испытаний. Я ему куплю сейчас этот нож и отправлю в инвентарь на Сайбершоке. Он уже оттуда сможет его забрать. Ребятки, если вам понравился ролик, пожалуйста, поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Это очень важно. Посмотрите, пожалуйста, подписаны вы или нет. Ждите мой новый ролик, либо посмотрите вот этот следующий, который у вас на экране. Всем пока, друзья. Спасибо, что вы есть.